Участок на базе Самарской школы номер 16 ждет избирателей. В первый день голосования, который традиционно выпадает на рабочую пятницу, желающих не так много, как в выходные. В этом году выборы идут 3 дня. Избирательные участки будут открыты также в субботу и в воскресенье с 8 утра и до 8 вечера. На территории региона работает 190 участков. У нас присутствуют наблюдатели от кандидатов, присутствуют наблюдатели от общественной палаты. То есть все идет так, как в соответствии с законом. Также у нас обеспечивают безопасность сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии. На участке присутствует сотрудник МЧС. То есть все меры безопасности у нас соблюдены, сотрудники работают в масках. Работу наблюдателей координирует общественный штаб по независимому наблюдению. В этом году в его состав вошли генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогики Самарского филиала Московского государственного педагогического университета Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор. Председателем общественного штаба стал заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. Мы готовим наблюдателей, отбирая их из числа представителей общественных объединений, инициативных граждан, которые тоже могут заявиться к нам на сайте в рамках нашей общественной палаты. Мы получили 210 обращений с целью, чтобы включили ряд вот этих граждан в число наблюдателей. С ними проведены занятия, проинструктированы, обучены, семинары специальные были. И эти граждане, они обладают особенностью такой, что они не связаны с партиями, они связаны с кандидатами. И отсюда название «общественное наблюдение», то есть то, которое носит независимый характер. Напомним, что на территории Самарского региона избирают депутата Губернской думы 7-го созыва по Красноярскому одномандатному избирательному округу номер 14 и более 30 парламентариев представительных органов муниципальных образований. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События.